Доброе утро, уважаемые граждане. Итак, есть новая схема, которую сегодня опробовал. Вот она. Схема СССР-М2. Бестопливный генератор тока. Как эта схема работает? Эта схема работает на импульсной системе. То есть немножко для счет маховика, немножко другое это самое. Не по инерции, а на импульсе. Ну плюс инерция маховика, конечно, также инерция остается. Что у нас тут есть? Значит так. Начинаем сначала. Значит, батарея номер один. Дальше. Инвертор. Берет 12 из батареи, забирает выход 220. Дальше стоит реле-прерыватель. Значит, секунду работает, включено, 3 секунды отключено. Вот это вот реле. Дальше идет выпрямитель, вход на мотор-генератор. Вот. Мотор-генератор, вот вал, на валу маховик, колесо большое от велосипеда закреплено. Что у нас происходит? Включаем. Секунду. Включили. А. Еще рано об этом. Значит, и тут идет на выход. Батарея 2. Вот выход. С мотор-генератора вот выход. Батарея 2. И подпитывает. Подпитывает. Эту батарею. Вот отсюда. То есть заправляет. А отсюда уже с батареи идет инвертор номер 2. И здесь уже можно брать питание на потребитель. Вот такая схема. Что она дает, эта схема? Далее, значит, запускаем. Секунду работает выпрямитель. Так, выпрямитель на 16. На 16 вольт. Значит, пошло в батарею. Сразу же отсюда, секунду. И мотор. За секунду мотор раскручивается. Потом реле срабатывает 3 секунды. Крутится маховичное колесо по инерции. Вот. И продолжается, а уже ток идет. Отсюда поступает ток. Сюда. Также заправляется батарея в течение 3 секунд. И также все работает. Тут, значит, потребитель инвертор. То есть за счет маховика и за счет силы инерции маховика. То есть это раскручивается. Попробуем сейчас на 16 вольт, сегодня пробовал. Результаты хорошие. А если чтобы увеличить мощность, надо брать, значит, сюда на мотор-генератор подавать, может, 100 вольт, 150. Но для этого у меня сейчас маховик так еще самодельный. Надо на сварку посадить это все колесо. Оно у меня просто прикручено там, как говорится, на честном слое пока. Ну, хватает на 16 вольт. То есть вот эта схема может работать как малый генератор. То есть проверено только вот на 16 вольт. А дальше будем видно. Возможно, есть запас. То есть получается, значит, у нас КПД этой системы 300%. Если 16 вольт подавать. То есть одну секунду питание работает, 3 секунды работает на инерции вот этого маховика. И также все вот запитывает батарейку, и также подается ток 3 секунды. То есть 1 к 3. Получается, что у нас, если 1 к 3, 1 мы назад можем отдать потом, когда эта батарейка сядет, поменяем батарейки, значит. А два, две части остаются, допустим, на потребителя. То есть КПД 30%. Схема даже более, как говорится, меньше нужно затрат. Не надо ни ионисторов, ничего тут не надо. Только реле. Ну, реле это стоит копейки, это закажу в Китае. Сейчас доказал на ту схему уже, как говорится, реле заряда 4 штуки. Чтобы ту схему закончить.
СССР-1. Вот. А на эту СССР-М2, может, это даже будет лучше. Ну, посмотрим. Пока делаем, как говорится, все по порядку. И будем пробовать на эту, вот, на эту схему. То есть, хотите, собирайте, пробуйте. Но эта схема чем лучше, здесь больше, меньше надо запчастей дорогостоящих. Инверторы 2. Это инверторы, значит, применяю. И БП старые. Вполне тянет. Вот. Две аккумуляторные батарейки у меня сейчас есть. Вот, более-менее. Ну, не первой свежести, но для эту схему потянет. И только реле там одно стоит, может, на доллары, может, 5-10 долларов, то есть вот это реле купить. Все, схема готова. И здесь еще, значит, приварить по капитальной. Сейчас оно у меня на этом, значит, держится. Просто приварил, значит, этим, ну, как пластиком. Пластик есть такой, колесо. Плавит пластик, и вот это, и вот этим, значит, туда во втулку загнал массу, надел его и сверху еще это приварил. Это, конечно, для 16 вольт это пойдет, а если дать 100-150, может и вылететь. Всё. То есть на 100-150 надо здесь сварку производить. А на малую мощность вполне пойдет и на этом, как говорится. На этой синтетике наплавлено, как говорится, колесо это теплопайка. Пайка, короче, теплом. С помощью пластмассовых стержней. Ну, видели, наверное, такую. Самая простая. Вот так можете это все делать. На этом все заканчиваю. До свидания. До следующих встреч в эфире. Так, это мы, значит, сохраняем. Так, сохраняем сейчас. Да, вас не буду задерживать, потом сохраним. Так, ну все, до следующего.